Ну и как мне отсюда выбираться? Слишком легко.
ранеными. Ну и как мне отсюда выбираться? Ну и как мне отсюда выбираться? О, мастер-создатель, мы просим тебя благословить брата нашего, кто усоп у тебя в услужении, прости ему грехи его при жизни и возблагодари его за службу его тебе. Молот и наковальня, огонь и горн очистят дух его и изгонят из него все, что не соответствует планам твоим. Возьми его в услужение в доме твоем, где он почивает в мире навеки. Thank you.
Молотов. Как приятно видеть у нас Неофита. Меня зовут брат Мюрос. Я буду твоим духовным наставником. Я вижу, ты устал от скитаний, так что оставляю тебя. Если понадоблюсь тебе, меня всегда можно найти внизу монастыря.
что делать дальше? Теперь тебе нужно найти святой силу. Но боюсь, это место теперь не такое святое, как оно было раньше. Так что придется попадеть. Но ты можешь попробовать сделать его сам на фабрике. Сейчас. Покинуть этот бренный мир и отправиться в дом Создателя. Вот единственное, чем я могу отплатить тебе. В зимнем тоннеле, что под лестницей, найди комнату с фреской. В правом верхнем углу фрески тайная кнопка. Нажми эту кнопку. То, что ты там найдешь, твое. Так я отблагодарю тебя. Прощай. Покинуть этот бренный мир и отправиться в дом Создателя. Вот единственное, чем я могу отплатить тебе. В зимнем тоннеле, что под лестницей, найди комнату с фреской. В правом верхнем углу фрески тайная кнопка. Нажми эту кнопку. То, что ты там найдешь, твое. Так я отблагодарю тебя. Прощай.
не знаю, кто ты такой, но благодаря тебе я могу наконец покинуть этот бренный мир и отправиться в дом Создателя. Вот единственное, чем я могу отплатить тебе. В зимнем тоннеле, что под лестницей, найди комнату с креслами. В правом верхнем углу прески тайная кнопка. Нажми эту кнопку. То, что ты там найдешь, твое. Так я отблагодарю тебя. Прощай. Thank you.
свечу, которую я пользовался, когда был жив. Последний раз я пользовался ее ночью. Конечно, потерял свои вещи.
свеча, которой я пользовался в ночь моей смерти. Она находится. Создатель, мы просим тебя благословить.
убить брата нашего. Кто усоп у тебя в услужении, прости ему грехи его при жизни и возблагодари его за службу его тебе. Молот и наковальня, огонь и горн очистят дух его и изгонят из него все, что не соответствует планам твоим. Возьми его в услужение в доме твоем, где он почиет в мире навеки. Коснись моего могильного канака и символа. Мои молитвы были услышаны. Душа моя свободна. Ты оказал мне большую помощь и можешь ожидать больших благодарностей. Хотел бы я тебе ключ от моего монастыря, но это не так просто. Возьми лучше вот Создатель, мы просим тебя благословить брата нашего. Кто усоп у тебя в услужении, прости ему грехи его при жизни и возблагодари его за службу его тебе. Молот и наковальня, огонь и горн очистят дух его и изгонят из него все, что не соответствует планам твоим. Возьми его в услужение в доме твоем, где он почиет в мире навеки. Ну и как мне отсюда выбираться?
Ну и как мне отсюда выбираться?